Как-то я ехала в такси, и водитель решил со мной поговорить. Чтобы вы понимали, я интроверт, и заводить вот так разговоры в такси для меня немножко сложно. И не всегда хочется, честно говоря. Но у этого водителя была очень интересная история. Ему около 50 лет, и он вдовец. Его жена умерла не так давно, и он рассказывал про их взаимоотношения. Он говорил о том, что всю жизнь прожил со своей женой, но постоянно ей изменял. У него была одна любовница, вторая, третья, 10, 15, он уже сам сбился со счета. Я у него спросила, почему он тогда не ушел от своей жены. Он ответил, что да, любовница — это хорошо, но хочется прийти домой, чтобы там все было постирано, выглажено, поглажено, дети счастливы, здоровы, сыты и так далее. Ну, это просто-напросто очень удобно. И он говорит, я даже не задумывался, видел красивую девушку и приглашал ее сразу в гостиницу. Жена никогда ни о чем не догадывалась, встречала меня всегда с едой и в прекрасно убранном доме. И с момента ее смерти прошло около 2 лет. И он говорил, что только сейчас он понимает, что он любил ее больше всего на свете. И если бы она сейчас была жива, он бы каждую минуту времени проводил с ней. Не искал никаких любовниц, связи на стороне. Наверное, даже признался бы во всем и извинился. И смысл этого видео в простом. Учитесь ценить того, кто рядом с вами, прежде чем вы его потеряете.